друзья, из Стамбула. В прошлом видео мы с вами попрощались, не дойдя до Галатского моста, и сейчас я стою уже практически на мосту, и сейчас мы с вами отправимся на Кадыкёй, на пароме, это в ту сторону. Ну и прогуляемся также по вечернему Стамбулу. Если вы не видели предыдущее видео, то ссылка на плейлист, в котором находится это видео, в описании, поэтому присоединяйтесь, я думаю, что вам будет интересно. Вот такой вот большой улов у них сегодня. Супер. И сейчас по подземному переходу. Вот там вот подземный переход. Мне нужно будет перейти на ту сторону. И мой корабль отправляется с той стороны на Кадыкёй. Вот здесь отправляется на Кадыкёй. Сейчас мне нужно купить билет. Билет на паром стоит 3 лиры. Я села на самый верх, и в 5:15 паром отправляется через... Сейчас я вам скажу. О, уже должен отправиться. Я уже доехала до Кадыкёя. Так было холодно на верхней палубе, что мне пришлось стоять внутри. Но сейчас мы с вами на Кадыкёе. На Кадыкёе очень вкусный балык и кмек. И я хотела, на самом деле, сейчас вам покажу. Я хотела дойти до старого вокзала железнодорожного Хайдар-Паша. Но, насколько я вижу, он находится на реставрации, и дойти до него нам не получится. Вот он за мной. Станция паромов Кадыкёй и Хайдар-Паша находится вот прям перед нами. Насколько я помню, там был пожар, и он сейчас на реставрации. Поэтому насладиться красотой этого здания у нас, к сожалению, не получится. Ну а на противоположной стороне есть очень красивая мечеть в той стороне. Ну и сам Кадыкёй выглядит вот таким вот образом. Очень много народу везде, всегда. И продают, конечно же, булки и семиты. Вот так вот выглядит Кадыкёй в начале марта. И все-таки я решила не идти до Хайдар-Паша, а вернуться обратно на Эминёну, потому что уже становится... Солнце уже заходит и становится очень холодно. Но что мы хотели с вами сделать? Мы хотели прокатиться на пароме. И сейчас на обратной дороге я попробую сесть с той стороны, где будет видна и Галатская башня. И когда мы будем подъезжать непосредственно к Эминёне, покажу вам самые красивые виды. Паром уходит каждые 15 минут. И сейчас я возвращаюсь обратно на Эминёну. Сначала сяду внутри, потому что наверху даже нет крыши и очень холодно. Этот паром отличается от того, на котором я ехала сюда. И здесь, на самом деле, я надеюсь, будет не так холодно.
спускается вечер, вы уже видите сами, солнце зашло и становится действительно холодно. Вчера вечером было намного теплее. И сейчас я возвращаюсь обратно на улицу Истикляль. И покажу вам, как она выглядит вечером. В принципе, вы уже видели много раз, но все равно будет такое красивое окончание этого видео на вечерней улице Истикляль. Ну а народу, друзья, народу здесь очень много. Транспорта, машин и холодно. Сегодня вечером холодно. Но единственное, что меня спасает, я сейчас пойду вверх в гору и немного согреюсь. В Стамбуле наступил вечер, и я уже иду по Истикляль по направлению к своему отелю. Очень классная атмосфера и такое ощущение, как будто потеплело. Ну, я думаю, что мне просто так кажется, но все равно. Сейчас зайду в пару магазинов и прямиком пойду в свой отель. Наступил вечер, и по Истиклялю быстрым шагом теперь вообще не пройти. Очень много народу. Народ, кто слушает музыку, кто смотрит в телефон. Ну, в общем, движуха нереальная. Суббота вечер. Я уже закончила. Сейчас 9 вечера. Я уже закончила все свои дела и возвращаюсь обратно в отель, чтобы отдохнуть. Вот он, всем известный опять трамвайчик. Покажу вам еще раз начало улицы Истикляль. И я уже буду с вами прощаться. Время 10 часов. Я возвращаюсь в отель и буду отдыхать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Встретимся в новых видео.